США товарный поезд сошел с рельсов и повредил здание. По предварительным данным, пострадавших нет. В городе Ноксвилл штата Теннесси товарный поезд в составе 50 вагонов сошел с рельсов и врезался в здание. Об этом полиция города сообщила в Твиттер. Отмечается, что повреждены по меньшей мере два здания. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте аварии работают пожарные и полиция. Местных жителей попросили избегать района крушения поезда. Ранее в провинциях Канады Альберти и Эдмонтон из-за сильного ветра с рельсов сошли два поезда. По материалам сайта newsgro.com.